коммерцизм деньги, а? Кто же деньги дает в любом магазине? Да коммунизм и феодализм это одно и то же. Потому что вы хотите только языком болтать. А работать должны русские, а жиды хотят правильно. Да, да неправильно. Возьми любой магазин. Рашницкую? Да слушай ее сюда! Да слушай Рашницкую сам! Я себя слушаю, понимаешь? Она пропустит! Он звонит! Ты говоришь, да! И ушло! Твои коммунисты! Так твои коммунисты! Три жида в четыре ряда! Вечерний Ургант же, утренний Ургант! А я как бы никакое отношение не имею? А ты говоришь, Какой ваучер? Это программа Кропоткина, князь Кропоткина. Ты даже этого не знаешь. Это чисто коммунистическая программа. Еще раз я повторяю, это чисто коммунистическая программа, князь Кропоткин. Я тебя грабят, вот сейчас недоволен. Я монархист и закон. Вот два крана поставим, на одном будем коммунистов вешать, а на другом демократов. Вот и все. Давай, готовься, батя, готовься. Я спросил, в чем моя задача? Заебали вы нас, понимаете, за сто лет. Я должен быть не холеным, да? Я псосом должен быть. Русский должен быть нищим, да? А что такое? Это мой город. Я русский. Вчера. Да я здесь всегда. Да, всегда я здесь. А русские в своей стране должны быть богатыми. Всегда. Конечно, а что мне делать? Я не коммунист, но защищал этих дебилов в 91-м году, когда они даже не смогли переворот сделать Сталина. Они импотенты, полные импотенты. Не делали они нигде не пропускают. Кто не сделал? Это была провокация. Да, конечно. Я разобрался давно. Просто я за себя отвечаю, не за провокацию. Они сразу резко снизятся. Если его сейчас будут делать. Я штурмовал Останкино. Да, я у них здорово работал. Какая провокация? Кто провокация? Старуху бил менты, это провокация, и я должен пройти мимо, да? И стреляли. Мы что? Да я не Рудского подчинялся, я себе подчинялся. Я хозяин страны, понимаешь? Я русский хозяин страны. И что? Да богатый. Русский перед ним народ России. Я Рудского рот ебал, понимаешь? Вот и все. Я хочу телевидение, я хочу говорить, это мое все, мое. Мои деды, прадеды за это умирали. Вот и все. Это мое. Не надо мне нигде быть. За счет того, что А кто будет решать? Мы сейчас только зашли в фойе театра. Все события впереди. Все идет к гражданской войне. Потом будут здесь два крана. На одном кране будет висеть Путин, а на другом Навальный. Да. Никакой отечественной войны не будет. Не было ни одной власти, которой русские покорились. Мы ошибали татар, ошибали немцев.